Здравствуйте, дорогие зрители! На этом канале каждый день выходят новости о жизни звезд. Подписывайтесь и не забудьте ставить лайки. Артисты российской сцены и просто зрители страшно огорчены и удивлены тем, как быстро, буквально один за другим, покидают нас и народные артисты, и актеры, которых зрители только едва начинали узнавать. Однако их вклад в культуру также невозможно не оценить. И, к сожалению, сегодня мы расскажем о еще одной огромной потере, которая произошла сегодня. Ушел народный артист России Эдуард Куимов. Ему было 63 года, и уже несколько лет он тяжело болел. В театре оперы имени Хворостовского он служил буквально с первого дня со дня основания. Придя туда еще в 77 году, он оставался верен этому заведению, несмотря на многочисленные предложения, в том числе и от зарубежных звезд этой профессии. За почти 50 лет на сцене он исполнил сотни ведущих партий, а зрители могли только наслаждаться его неповторимой игрой. Его работу ценили и критики, и поклонники балетного жанра. Это огромная потеря для всех. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь. И всего вам доброго.